не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. В минувшие дни в связи с размывом подъездной дороги к селу Хандергей Дзункемчикского района спасатели с помощью плавательных средств организовали перевозку жителей, доставку продуктов питания и воды в населенный пункт. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС региона ведет работы по откачке воды с придомовых территорий. По итогам работы освобождено от воды 73 придомовых территории, в том числе 29 подвальных помещений жилых домов. Администрация села приведены в готовность 7 пунктов временного размещения. Организована доставка питьевой воды, продуктов питания и ведется информирование населения. Министерство здравоохранения усилило фельдшерско-акушерский пункт села бригадой врачей. Доставлены запасы лекарственных средств. Ведется анализ инфекционной заболеваемости населения. Больных нет. По информации Роспотребнадзора, взяты пробы воды и почвы на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические показатели. Пробы находятся на исследовании. Всего в районе чрезвычайной ситуации работает группировка в количестве 114 человек и 42 единицы техники. Напоминаем, что 12 июля в результате обильных осадков произошло поднятие уровня воды в реке Улук-Хондергей и подтопило 77 придомовых территорий, дворов села Хондергей Дзункемчикского района Тувы. Также был затруднен подъезд к поселку на подъездной дороге. После нескольких дней проливных дождей в Туве осложнены проезды в Улукхемском, Дзункемчикском, Баронхемчикском, Авюрском и Мангунтайгинском районах. В частности, проезда нет на автомобильных дорогах поселка Чыра-Бажы, Чыргаки, подъезд к селу Хандергей, Сук-Аксы, Баян-Тала, Хандагайты, Мугур-Аксы, Хандагайты-Ак, подъезд к селу Ирыскан. На данных участках установлены предупреждающие дорожные знаки. Кроме того, затруднен проезд на перевале Чалдак-Орук. Угрозы разрушения мостов на некоторых участках дорог сохраняются до сих пор. Из-за неблагоприятных условий пострадали асфальтированные и гравийные дороги. Дорожники оперативно прорабатывают и организовывают движение транспорта по другим маршрутам. На данный момент транспортное сообщение по некоторым региональным и муниципальным дорогам затруднено, но проезд имеется. По всем трассам организовано дежурство. Оперативная информация поступает, где возможно, меры принимаются сразу. Где нет технической возможности устранения проблемы, идет наблюдение. После стабилизации дорожной ситуации к работам по ликвидации последствий сразу приступят дорожные организации республики. Второй день над Кызылом стоит дым. По данным регионального министерства природных ресурсов, задымление на территории республики вызвано крупными лесными пожарами в Красноярском крае и в Иркутской области. В столице Тувы Роспотребнадзором проводятся замеры предельно допустимой концентрации вредных веществ. По информации ведомства, лесных пожаров на территории Тувы нет. По сведениям пресс-службы Россельхоза, метеорологов и Красноярского главка МЧС, дым в Красноярск пришел от горящих лесов как в самом крае, так и в соседней Иркутской области. В Красноярском крае зафиксировано 38 пожаров на землях лесного фонда на площади более 69 тысяч гектаров, а в Иркутской области 40 пожаров. Почти все они полыхают в труднодоступных районах и потушить их сложно. Как правило, такие очаги не тушат, если они не угрожают населенным пунктам. Крупнейшие банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию наличных денег с банковских карт на кассах магазинов. Об этом сообщил заместитель Ассоциации банков России Алексей Войлоков. По его словам, сейчас такая услуга доступна лишь жителям малонаселенных пунктов в ряде регионов России. После распространения эксперимента на всю страну удобство сервиса особенно оценят в небольших деревнях, рассказал Войлоков «Известиям». Уточняется, что воспользоваться этой услугой можно будет лишь при условии совершения покупки, а торговые точки будут получать небольшую комиссию. Расширение эксперимента поддержали в Центральном банке, а также ряде банков и ритейлеров. Сообщается также, что Роспотребнадзор проверит, не станет ли внедрение данной операции нарушением прав потребителей.
и о курсах валют на сегодня. Доллар стоит 62 рубля 83 копейки, евро 70 рублей 86 копеек. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». Накануне в пришкольном лагере Центра дополнительного образования Кызыла прошел День человека труда. Педагоги пригласили к детям управление Росгвардии по Туве. В актовом зале сотрудников ждали около 100 ребятишек. Любопытная детвора с большим увлечением просмотрела фильм о легендарном оружейном конструкторе Михаиле Калашникове. Сотрудники Росгвардии продемонстрировали ребятам показательные выступления по самообороне и рукопашному бою. Сесть, открываем оружие, встать, вправо ноги пошел, в сопровождении. Ну как, ребят? Эта встреча проходит в рамках всероссийской акции «Прокачай лето». Как поделились росгвардейцы, сегодня для управления Росгвардии Тувы одна из основных задач принять участие в военно-патриотическом воспитании детей и ориентировать детей в выборе будущей профессии. Детям особенно понравилась демонстрация знаменитого на весь мир автомата Калашникова. Это шомпол. Он как бы в основные механизмы не относится, но он является дополнением. К сожалению, здесь пенала нету, но в данном пенале такие приспособления, как протирки, отвертки и масленка, чтобы обслуживать данный автомат. Возможность познакомиться с легендарным автоматом предоставилась каждому ребенку. Все ринулись потрогать его. На прощание дети сфотографировались с героями дня. Для больных, получающих лечение на дому, упростят порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих. Об этом сообщает издательство «Российская газета». Ссылаясь на протокол заседания Совета правительства Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере, изменения будут внесены в приказ о форме бланков соответствующих рецептов. Такое поручение Минздраву дала вице-премьер Татьяна Голикова. Исполнить поручение необходимо до 19 августа 2019 года. Минздрав также должен направить в субъекты страны разъяснение о порядке перевозки наркотических и психотропных обезболивающих в больницы и аптеки. Будет проработан и вопрос оптимизации правил хранения сильнодействующих обезболивающих. С
Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов и более чем в 80 городах России. От Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам. По республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы, возможен град. В Кызыле переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 14 градусов, днем плюс 26, плюс 28 градусов. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам.